Йо-ху! Лопатина, гербемеи, скландиво, спорту, мегеи! Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта! Сегодня у нас такой специфический формат. Я буду говорить на двух языках, на литовском и на русском. Ну, переводить с литовского, чтобы вы тоже меня понимали. И почему я это делаю? Ко мне приехали друзья Арминас и Повелас, и они просто спасли меня, они привезли мне лебедку. Нашу электрическую лебедку, которую мы делали с Кириллом. Эта лебедка застряла, ее не могли перевезти через границу, и наконец-то это свершилось. Лебедка у меня, соответственно, мы будем скоро снимать ролик про то, как работает лебедка и летают парапланы. И сейчас я буду дальше на литовском говорить, потом попробую вам перевести кусочками. Buvo daug klausimų, užduota, kodėl aš žinau lietuvių kalbą ir kur išmokau. Aš gimėjau Lietuvoj ir iki 16 metų gyvenau ten, o paskui išvažiavau ir buvau Charkove aviacijos institute. Tai vat, išmokau mokykloj ir laukia. Pas mane buvo draugė, Beata, aš rašiau jai eilėraščius, tai vat, taip reikėjo. Norėčiau pasakyti ačiū dėl to, kad žiūrite mane Lietuvoj ir man labai patinka, kad labai daug žmonių žiūri mano filmus ir rašo man, galite rašyti lietuviškai, aš viską suprantu. O, dar atskrenda sklandytuvas. Čia dėl labai geras oras. Kilimas pas mus, kilimai iki 5 metrų ir dabar pas mus aukštis 2600 metrų, aš į tūs kalnus paskui krysiu ir trupučiai parodysiu Povilui, kas ten darosi. Povilai, galbūt pasakyk, kaip tau čia ore? Pasakyk, labą dieną ten, ką nori. Sveiki, labas, lietuviškai. Taigi, kalnuose skraidyti yra nuostabu, nuostabu. Nėra tikriausiai nieko geriau, kaip skraidimas už kalnus. Tai paimk valdymą ir skriesk tiesiai. Taip. Mes dabar tą šlaitą į priekį einam, į tūs kalnus. Tai ten truputį paždikausim, gerai? Tai va, tai pasakysiu apie žinojimą Igorio lietuvių kalbos. Lietuvių kalba tai viena iš 10 seniausių pasaulyje kalbų ir viena iš sudėtingesnių išmokti. Tai kad jisai žino, dėja, aišku, jam natūraliai išėjo išmokti. Man pasisekė. O tiem, kam reikėjo išmokti šiaip, mokindamis yra sudėtinga. Tak što, litovskiai jazyk očin složnai jazyk. I Igorio povizlo radica i naučica natūralne. Sukamai kairė. Так, друзья, коротко о чем был разговор. Я рассказал, как выучил литовский, учил в школе. Была у меня подруга Беата, которой я стихи даже писал по-литовски. Стихи писать тяжело. Вот. Ну и таким вот путем, видите, я стал знать этот красивый язык и могу на нем даже немножечко полетать. Аж пойми Вальдима. Друзья, показываю вам горочку, вокруг которой очень часто Клаус хулиганит. Он меня научил. Видите, здесь внизу какая-то линия электропередач проходит и так далее. И можно немножечко пошалить. Ну, породисю галбудька аж галюча. Кайп гальма аплинкуола абскрист. Как можно вокруг склона облететь. Вау! Как Повилу буту гражу с поездой. Тау патинка, Повилой? Apkrova didžiulė, bet fantastika. Tai galbūt sniegą važiuosi pažiūrėti, kaip tau? Galbūt. Aha. Skrendam. Dar draugai, ką norėčiau pasakyti, labai didelis ačiū už pagalbą tie žmonės, su kuriems aš buvau, kai buvau studentas. Dabar kare ir jiems dabar labai sunku ir aš matau, kaip daug žmonių padeda ir už tai nuoširdžiai aš labai jums ačiū sakau. Nu ką, vat mes atskridom prie šlaito. Jeigu sklandytuvas turi greitį, nėra ko bijoti. Jis skrenda ir nieko nebus. Tai ką, parodysiu tau, pilnai poldai gigiai. Kaip gigiai galima į lietuviškai išversti?
Не надо переводить, не рейка версия. По-литовски какие не переводится. Да. Ну что, жюрек, вот тейп галима посукти, ир и шлейте, ир вот тейп. Левотейпа. Что я говорил перед этим, друзья, я сказал большое спасибо моим друзьям из Литвы, которые действительно очень много людей помогают моим друзьям с Украины, с которыми я учился, со студентами Харьковского авиационного института. И мне приятно, что в мире есть вот эта вот взаимовыручка, помощь и единение какое-то может быть. Я не буду сейчас обсуждать никакие политические вопросы, просто скажу спасибо тем, кто помогает. Просто помогает. И моим друзьям из России, кто помогает, огромное спасибо. Всем людям, которые неравнодушны к тому, что происходит. Так, ну-ка, стендом то ля угол, будь дарка, что тебе людей подарить ему. Посмотрю, ра, голбуть свое, не подарите. Токи не калну курса для тубу калба. Я шуси имсю, дарисю русу калба. Вена варианту кита для тубу калба. Но дар рейки посетренировать трупучука. Так это посмотря, другой шли тубу с отвожуешь. Висады скрыдел, ир мес даром токи тренировать. О, жюлейки, кайф гальма нерки. Вот там тек ты лайдей, как жену тебя тус лайдус не по пульте. То и пожюресим. Оп. Вау! Ну taip, gana aukštai. Vanduo čia dar nebėga. Nu, at kalnuose, jeigu greitai skraidyti, visada yra energijos ir labai paprasta. Друзья, в горах летать не страшно, когда есть скорость. Скорость это всегда энергия, это возможность вот так вот носиться по склонам, проходить любые перевалы, выходить на склон, подниматься за счет энергии выше. Ну, я помню, что показываю полный гигей, чтобы он дал кейп гарей вискас, не тошнит. Гарей? Ну, хорошо. Потому что в первый день бывает укачивает. Оп. У литувишки тошнит вямя, ар кейп? Тикина. Тикина? О, не знаю. Вямя это когда тошнит совсем. Аж буна присимену жоджу стокю, с курёс я Man atrodo, kad niekada ir nežinojau, kaip, nežinau, kaip tai būna, bet... Вообще очаровательно знать другой язык, то есть основной показатель, который говорит, что ты язык знаешь, это то, что ты на нем можешь думать. И я вот когда в Литву приезжаю и иногда где-нибудь в какой-нибудь компании, вот как у нас Вильнюсский аэроклуб, я член Вильнюсского аэроклуба, мы там общаемся, тусуемся, я перехожу, даже думать начинаю на литовском. То есть это вот высший показатель знания языка, когда ты можешь переключиться на такое. На английском, конечно, у меня такого не получается, и это, конечно, для меня боль. Оп, чуть-чуть энергии есть. Нака, скрендом тулёв? Скрендом. Герой. Галбуд, а что дар щиту породисю, кайп вирш глучу скрейну. Друзья, сейчас еще прокачу по елочкам, по велоса, и пойду на посадку. Посадку вам тоже засниму. Вы всегда же говорите, посадку, плиз, ну будет и посадка. Лабей, но речь удар посаките ачу тем жмонем, скуре подею ман. Ateiti į sklandymą ir pradėti skraidyti. Kai buvau aš jaunas, dariau aviamodelius jaunėjų technikos stotis Vilniuje. Ir ten buvo du mano mokytojai, Andrius Bukauskas ir Jan Žemojt. Ir vat, jeigu jie mane kaip nors girdė, jūs pažįstate, perduokit linkėjimus, todėl kad tikrai nuo šito prasidėjo mano svajonė skraidyti. Друзья, рассказывал о том, что большое спасибо моим преподавателям, которые меня вообще притянули в авиацию, наверное. Это Андрюс Букаускас и Ян Жамойт, станция юных техников города Вильнюс. О, набирает планер. Сейчас мы туда подойдем и тоже немножечко, чтобы пошалить. Шалить было чем-то, что мне нужна энергия для того, чтобы по елочкам шалить. Это было как семья. Я ходил на станцию юных техников просто как к себе домой. Надо было заниматься 2 дня в неделю, но мы ходили 4.
И, конечно, это заслуга преподавателей, потому что они просто делали для детей. Я даже не знаю, кто мне дал больше, там, школа, родители или модельная лаборатория. Ты мало бы потик до Таслейка, скуряш пролежу мусу лабораторию, мяс дарим радиобанку мяс валдумус склондитувус, папросту склондитувелюс, дауко. Ir tai mane išmoko ir rankomis dirbti, ir svajoti galbūt. Ačiū, draugai, už svajonę, už tą, kad jūs padarėte iš manęs dabar. Jeigu ne jūs, tokio žmogaus kaip aš dabar nebūtų. Labai gerai visada, kai yra tas, kuris išmokins tave. Ir duos ne tik formaliai, ką reikia daryti, o dar gabaliuką savo. Kaip lietu duša plitovskė? Siela. Taip? Siela. Siela? Taip. Aha. Nu tai naujo žodžio išmokau. Siela. Nu ką, egegei ir varom nusileisti, todėl kad laukia mano mūsų egegei. Dima jau. Друзья, на этом будем закрываться, потому что наш Дима, который любезно уступил время Повилусу, тоже хочет эгегей. Он хочет на моторборд сегодня. На тейп дал тейп. И тому? Ого! А? Ага. Слышу тем. Ну и раз дар галю, норю пасакить, ачу Игорю уж ее позитиве видео, катис мус мотивуя būti pozityviem, matyti ir jausti iš skraidimo daug pozityvo, daug gražių vaizdų ir geros nuotaikos. Egegei! Nu, davai dar vieną padarysiu praėjimą su kamera. Aš pro langą iškišiu. Pabandysim. Gerai? Davai. Fū, atidarau langą. Tilpą tau nedarau, todėl kad man negalima. Gerai. Man dar, mano reitingas neįrašytas, bet žinai toks. Ar vertikalės. Hei. Погода бомба! Антиантагон! Ага. Ну ką, paimk valdymą ir varom prie aerodromų jau. Ką aš dar norėčiau pasakyti, galbūt keletą žodžių apie laisvę. Kai aš buvau jaunas, dar mokyklai buvo 91 metai ir aš prisimenu tą blokadą, kuri buvo. Ir aš tada galbūt nesuprasdavau, o kam tas viskas reikia. Nu, gyvenom tai, viskas buvo gerai, o čia kažkas prasidėjo. Bet dabar aš suprantu, kad žmonės nori ir svajoja apie laisvę, kad šalis, kad žmonės galėtų daryti tą, ką jie nori. Ir vat, kas dabar vat, yra pasaulyje. Patvirtinimas, kad tai buvo laiku padaryta ir kad tai teisus kelias. Ir man atrodo, kad žmonės, kurie supranta, ką yra laisvė, jie yra laisvi. Nu, aš jaučiu save, kai aš Europai, Lietuvoj, nu, daug laisviau, jeigu kitose šalyse už sienas. Ir ačiū tiems žmonėms, kurie padarė laisvę savo šalyje ir padarė nepriklausomybę. Ir labai svarbu, kad savo mintise ir širdyje dar padarytų laisvę. Taip.
Todėl, kad jeigu žmogus nežino, ką iš yra laisvė, jis ir, nu, aš mačiau tokius, kurie sako, kad reikia, va taip, va, tik, kad vadas pasakė, kad taip ir bus, jokio žingsnio į šoną. Ne, aš tokių nemėgstu. Aš svajoju, kada prasidės laikas, kada nebus sienų tarp šalių ir visi draugaus ir galės skraidyti visame pasaulyje. Nu, man atrodo, kad kažkas dabar yra, tam noriu važiuoti, kur noriu, to ten ir važiuoju. Друзья, сейчас немножко я рассуждал о такой штуке, как свобода. И коротко, когда мне было 16 лет, был 90-й год, Литва тогда первая покинула Советский Союз. И было время блокады там экономической, споров, штурмов телебашни и так далее. И я тогда немножко не понимал, зачем все это нужно. Какая страна, вроде как Советский Союз, гордился. И только сейчас я понимаю, что да, вот возможность, вот эта как, тюрьма народов, по сути. Да, было, может быть, где-то что-то хорошо, но было и, по сути, никогда, мне кажется, Литва не хотела быть в составе каком-то. То есть ее насильно туда запихнули после войны Второй мировой. Сейчас я прекрасно понимаю, что такое свобода. Сейчас мои друзья, которые прожили в Украине с 2014 года, они рассказывают, как стало по-другому. И то, за что они сейчас сражаются, это свобода, их свобода. Свобода летать свободно. Вы не представляете, насколько большое развитие авиация получила, вот это вот легкомоторное, планеризм, самолеты в Украине. Куча много аэродромов открывалось. То есть это был совершенно огромный шаг вперед, хотя бы в маленькой области, в которой я развиваюсь, в авиации. Может быть, где-то и в другом. Поэтому люди воюют за свою свободу, за возможность быть страной и не зависеть. Это очень ценно. Да и как вы породите? Трупа уже има? Нори? Гарел Тейсинга. Тейсинга? О, кодел Тейсинга. Тейсинга будет людно. Ну, давай. Ну, Тейсинга, мы пусть валанду, пусть не денесим. Но, жюрек, там кашкок спондентувелец скрянда. Дот мандар палав подарит та, как и сваливание. Андрей, что, по статисе нейтраля? Давай, бандит, дарит мажа грейте. Ага, дар. Мажем. Ну, ты ки вайру. Кайп, вайрой лазде, ты? Я. Икигало. Вот, жюрек, вот тайп рейк готов подарить. Ват, ир лайки. Гарай, давай породись, вот отделка. Гарай, палава, аж подари, супац. Пац. Ну, дарик. Пац. Друзья, пытается сваливание сделать. Появилось, но что-то у него не получается. А, ну, еще ее, гарай. Ага. Окей. Давай, шпаймем Вальдема добар. Жюрек, есть... Все ясно, очень стабильный. Сумусу центруоте, не норез кристи. Жюрек, дар картеля. Пожюрел, как нера орлаевил. Шаля мусу. Ну, жюрек, мажину грейте, мажину. И скристи осей. Друзья, он будет лететь, не будет сваливаться. Вот полностью ручка до себя, вот она. Оп, он планер опустил нос. Он все равно не вошел ни в какой штопор. Просто опустил нос. Это его защитная реакция. Но он может в то же время и все-таки свалиться. Вот смотрите сейчас. Вот я сейчас уменьшаю скорость. И если я дам педаль, тогда, конечно, он свалится. Оп. Ну, я сразу же, соответственно, его вытянул, чтобы зайти на посадку. Породись угрейте, но селедима, то дело, как тикрей лейку не бера его. Ну, и ртау бусу дымел. Тут гематей, кокс тури будьте. А теперь породись, кокс не тури будьте. Покажу вам хоть раз, как я шасси выпускаю. Вот так. Оп! О! Упор не стало, вот сейчас стало. О, как показываешь, так и не работает. Осматриваю аэродром, вижу, что никого нету. Ну и смотрите, сейчас максимально энергичный заход как выполняется. Я полностью ставлю на плюс закрылок. Бросил скорость. Выпускаю воздушные тормоза. У меня много высоты. Я ее сбрасываю по такой спирали сейчас. Наблюдаю одновременно за аэродромом. Мне еще надо не забыть заложиться. Чисто, никто взлетать не собирается. Самолет на парковке. Я сейчас доверну по ветру. Ну, положение как бы от второго к третьему. И доложусь.
Какая максимальная скорость? Серловатяни Виктор Даувинг, лендинг ту саус. Ага. С интерцепторами какая максимальная скорость? 140. Нет, с интерцепторами полная. Паскуй по кальбесю. Жюряк, вот давай раз дару та циркуляция, анпилну стабджу и анпилну ушпарню. Ir matai, kaip gaudau tą poziciją, kad ateiti ant minimalaus aukščio į pradžią juostos. Op, žiūrėk. Ir papuoliau labai gražu. Ir dabar su interceptoriais. Taip, dabar pamažinau interceptorius, kad žinai, atskristi arčiau. Nu ir va, skrendam. Ну, друзья, циркуляцию эту я показывал многократно. Там основная идея, что желательно не трогая интерцепторы, долететь до торца полосы. А потом я сейчас играюсь, вот я сейчас коснулся, выехал на полосу, ну и постараюсь развернуться. Проверил тормоза, что они работают. Сейчас моя задача съехать с полосы и потом таким кругом красивым развернуться, чтобы не нужно было планер толкать. Ну, давайте попробуем, получится у меня или нет. Ну и почуряйся, ищейс, арбаня. Циркулис. Ну, не циркулис, сейчас ты, пизжины, как... Kad paskui kuo mažiau tampyti tą sklandytuvą. Nu, beveik išėjęs. Atsistosim ant asfalto ir reikės trupučiukų pasukti. Op. Nu, друзья, почти. Можно уже взлетать. Фу. Nu. Super. Nu, pasakyk, ar tu patenkintas? Aš žiauriai patenkintas, aš labai patenkintas. Pažiūrėk į kamerą, kam tu sakai, kad tu patenkintas. Aha, davai. Это... Очень-очень классно, очень было весело, очень хорошие, красивые виды. Это восхитительно. Желаю такого всем. Так что приезжайте, летайте, ну и смотрите видео, конечно. Эгегей! Друзья, помню, буквально одну минуту вам еще порассказываю. Однажды мы на параплане катали настоящих бандитов. Это были какие-то там 90-е годы, нам заказали, ну просто люди заказали полеты, а когда мы туда приехали, поняли, что там было два Глендвагена с этими, с автоматами и так далее, и, ну скотка воровская какая-то. И вот нам пришлось их катать, мы не знали, еще останемся живыми или нет. И был знаменательный момент, когда вот весь этот в наколках, весь с порванной мордой, вот этот настоящий боевой бандит, приземляется, а катал его Миша. А Миша такой очень интеллигентный у нас пилот, такой прям вот, и он... обращается после посадки к этому бандиту, говорит, ну как вам, как вам? И вот этот вот весь покореженный человек смотрит, у него чуть ли слезы из глаз не идут, он говорит, вы знаете, это было великолепно, это было незабываемо, спасибо. Ну и то есть вот такого слышать было. Миша, ну думал, что какие-то там круто, гей, там еще что-нибудь такое. А вот человек очень интеллигентно сказал, что ему очень понравилось. И после этого он начал стихи, наверное, писать, да, и бросил это все. Бросил, наверное, бандитизм и пошел писать стихи. Вот как небо может нас менять. До новых встреч, друзья. Висо гаро, гербемея скланди моской в спорту мегеи. Спасибо, Тисим. Эгегей! Эгегей!